какой-то дядя в майке Бушидо приемом овладает и знает карато. Все кирпичи ломает и палки махеру. А если рот откроешь, кричит: «Бонзай, убью!» Обладает карато, бодро ходит в кимоно, не снимает кимоно и бодрится карато. Обладает карато, бодро ходит в кимоно, не снимает кимоно и бодрится карато. Хряпнет, беги скорей домой. У этого товарища все плохо с головой. Тебе он вырвет печень и кости раздробит. Семье не будешь нужен, поскольку инвалид. Обладает карато, бодро ходит в кимоно, не снимает кимоно и бодрится карато. Обладает карато, бодро ходит в кимоно, не снимает кимоно и бодрится карато. Уделать дядю стоит и размотать хлебло. Но для начала надо освоить карато. А в идеале нужно сходить нам всем в ларек, нажраться водки дружно, освоить стиль чхарек. Эх, чхарек, стиль чхарек, карато сну между ног. Если мало, то потом по хлебалу сапогом. Эх, чхарек, стиль чхарек, карато сну между ног. Если мало, то потом по хлебалу сапогом. Чхарек!